Рама у нас почти готова. У нас рулевая не готова. Руль, тормоза. В принципе, по раме у нас уже все. Сейчас будем делать внешку. Болид весит 80 килограмм, а это максимум, который вообще возможен. Ну, в смысле, допустим. Поэтому нам надо как-то это облегчить. Раму мы сделали из алюминия, так что она изначально легкая, весит на килограмм 9. Самое тяжелое – это колеса. По 7 килограмм каждое колесо. Принято было решение стачивать резину, делать слики. Я думаю, где-то с каждого колеса по 500 грамм мы должны снять. Диски мы взяли эти, они нам сильно понравились. Из-за них очень много проблем. Они, во-первых, маленькие, широкие, накат плохой. Но внешний вид, вы просто посмотрите, это же что-то вообще с чем. 60% успеха тачки – это колеса. На ржавое ведро поставь хорошие колеса, и она будет смотреться совсем по-другому. Сиденье, будущее. Сейчас мы отпилим ножки и прифигачим к раме. Здесь у нас производство бургеров происходит. Главные ответственные за бургеры. Мы готовим бургеры, чтобы потом кидать в толпу. Внутри мы уже облегчили все, что возможно. Срезали все лишнее. Привет, трипофобам. За стиль у нас отвечает Стефан. Сейчас он мутит воздухозаборник, такой, как в американских маслкарах. Потом решеточку, фары, все такое сделаем. Будет прям вообще бомба. Покрасим, здесь будет пламя, акт вандализма, да. Красивые проставочки пилятся в нахалку болгаркой. Лишь бы, короче, вот эти маленькие. Вот по чуть-чуть, по крупиночке мы помаленечку мы сокращаем вес. В общем, сократили вес, она была круглая, сделали такую крестовину, убрали аж вот столько металла, сантиметр, наверное, толщиной. Так, сегодня у нас 8, 10, в 12 часов тачка уже должна стоять. А у нас она еще даже не покрашена. И сегодня мы должны покрасить тачку, потому что завтра нужно еще подготовиться к перформансу. Начинается покрасочка. Красим, естественно, Black, потому что это Black Market Van. Итак, у нас остался последний день. Перед нами стоит очень много работы. Еще, скорее всего, будем работать еще в ночь. Ну и не без приключений. Неаккуратно точили резину. И, в общем, точили до такой степени, что у нас теперь прокол. Ну, сейчас будем решать, как это будем исправлять. Вот. Сейчас покажу, на какой стадии у нас все находится. Вот так сейчас выглядит это побоище резиновое. Это борьба за вес. Вот такие вот слики у нас получаются. Килограмм. Килограмм с каждого колеса мы скинули. Сейчас, значит, наш каркас отправляется к сварщику. Да, делаю руль. Спине идет. А здесь у нас непосредственные наши конкуренты доделывают у нас в мастерской свою тачку. Мы им помогаем. Ну, как помогаем? Помогли, чем смогли, а они дальше уже сами. Так вот он сейчас выглядит. А это Штефан. И он повелитель красок и кистей. А здесь наши последние фишечки, главные, которые, на которых все обращают внимание. Это вот трубы мы изготовили. Блин, весит, правда, они немало. Здесь еще у нас будут стекла зеркальные. Стараемся. О, поворотнички. Поворотнички вообще огонь получились. Ну, разгончики, я тебе скажу, нехилые.
Такой накат, там километров, наверное, 40 можно лететь.